Привет, меня зовут Екатерина Оленев, я являюсь экоактивисткой и областным координатором проекта «Экомобиль Тульская область». Сегодня, собственно говоря, мы на сборе вторсырья, который проходит в рамках проекта «Экомобиль». Вообще проект «Экомобиль» стартовал летом 2019 года. Сначала мы его запустили с частной компанией, а осенью я обратилась за помощью к региональному оператору «Хартия» и предложила им сотрудничество в рамках данного проекта, и они согласились. И теперь «Экомобиль» — это совместный проект экоактивистов города и регионального оператора «Хартия», и мы этот реализуем проект в Туле и Щекино. Соответственно, вторсырье, которое мы собираем в рамках проекта «Экомобиль», едет на промежуточный склад на улице Сурикова. Это склад регионального оператора. Там оно хранится в течение определенного количество времени, и по мере накопления оно отправляется в Подмосковье на мусоросортировочный комплекс. Соответственно, с мусоросортировочного комплекса оно идет тем переработчикам, с которыми сотрудничает региональный оператор. Вот как раз можешь увидеть, как к нам подходят люди. Вообще адресу рознь, на какой-то адрес приезжает по 10-20 человек, а на какой-то 50 и 70. И мы очень этому рады. Вот можете посмотреть, что это живые люди, это не роботы, это тулики, которые хотят разделять отходы. Вообще мы достаточно много собираем в рамках проекта «Экомобиль». Например, с января 2020 года мы собрали 135 кубических метров вторсырья. Это очень большая на самом деле цифра, и она пошла на переработку. Вообще приверженцев раздельного сбора отходов намного больше. Это не только участники проекта «Экомобиль», но и, например, просто неравнодушные жители, которые кидают вторсырье в специализированные баки. Вот, например, есть возле «Макси» пункт приема «Большая будка», которая заполняется так быстро, что региональный оператор его вывозит два раза в день. Но это огромные на самом деле объемы. А оранжевые баки они вывозят три раза в неделю в среднем. И также это забирает «Экомобиль», также это везется на промежуточный склад Сурикова и потом на мусоросортировочный комплекс в Подмосковье. В рамках проекта «Экомобиль» у меня есть отличные эко-помощники. Это мои эко-активисты, которые принимают вторсырье на глобальных сборах вторсырья. Мы с Катюшей запускали вместе этот проект, так что с самого начала. Какие у меня ощущения? И мне очень радостно, потому что с каждым месяцем все больше и больше людей сортируют, знакомятся с этим процессом и вливаются в него. Сегодня отпрашивалась с работы уйти на полчаса раньше, чтобы успеть прийти к «Экомобилю» вовремя и здесь проявить свою гражданскую ответственность. Я прихожу каждый раз сюда или сдаю в другие организации, потому что если это не буду делать я, то это не будет делать никто, в принципе. То есть я и всех своих знакомых на это, как сказать, подбегаю, потому что это здорово, потому что если мы не будем заботиться о планете, то планета нам за это спасибо не скажет.